نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا نور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. Уважаемый шейх, когда мы исследуем ту или иную научную проблему, то смотрим, имело ли место данное явление во времена праведных предшественников, совершали ли они то или иное действие или нет. Есть один вопрос, касающийся вероубеждения. Мы знаем хадис о рабыне, которую посланник Аллаха спросил, где Аллах. Некоторые люди особо придерживаются этого хадиса, говоря о том, что если мы хотим узнать и подтвердить веру другого человека, то ему следует задать этот вопрос. Прошу вас дать ответ на этот вопрос, чтобы и мы, и все телезрители получили пользу. Этот хадис о рабыне не приводится в качестве доказательства, так говорят ученые. Потому что это хадис, в котором нет единодушия в цепочке передатчиков. У этого хадиса несколько передач, которые сложно объединить. Если хадис передан через несколько риваятов, которые сложно объединить в один, то такой хадис считается слабым, как сказал имам Аль-Байхакки. Посланник Аллаха объяснил, как человек принимает ислам. Когда посланник Аллаха хотел привести человека в ислам, он не спрашивал у него, где Аллах, чтобы тот ответил ему, он в небе. Наоборот, достоверно известно, что в хадисе Мутаваттир, переданном Аль-Бухари и Муслимом, от 50 сподвижников, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Итак, пророк решал, что тот или иной человек принял ислам только тогда, когда тот произносил формулу шаады. И это единодушное мнение, которое приводит Ибн Аль-Мунзир и Ан-Навави. Нельзя сравнивать хадис мутаватир и хадис, переданный одним передатчиком. А наоборот, ученые говорят, когда сопоставляются два хадиса, хадис, который не является достоверным и не передан множеством передатчиков, и не невозможно аллегорически толковать, то этот хадис отвергается. Есть ученые, которые считают его достоверным по причине того, что привел его имам Муслим в своем сборнике. Из их числа имам Навави, который дал комментарий к сборнику имама Муслима, и он говорит, что предметом вопроса является не конкретное место, потому что Всевышний причист от места, ибо он сотворил место, а наоборот, предметом вопроса является положение, статус. Иными словами, как ты веришь в Аллаха? Каким является Аллах? А когда она ответила на небе, то есть Аллах велик, высокого положения, ее слова отнюдь не означают, что Аллах ограничен небом, а наоборот, смысл их в том, что Аллах обладает положением, величием. То есть Он велик, величественен, ибо Всевышний причист от нахождения в каком-либо месте, пространстве. Хадис указывает на величие, значимость. Имам ан-Навави аллегорически комментирует данный хадис таким образом: но понимание прямого смысла этих слов, утверждая, что Аллах находится в каком-то месте, отвергается всеми учеными, ибо Аллах сотворил это небо, а небеса ожидает исчезновения, и все, что в них, ждет погибель. Всевышний говорит: «В тот день мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг». И это означает, что это небо исчезнет, и все ангелы, которые на небесах, также погибнут. И как может быть Всевышний Аллах на нем, когда небо ждет погибель? Абсурдным является то, что Аллах может находиться в каком-либо месте, абсурдным является и то, что Творец может нуждаться в своих творениях. Аллах про себя в Коране сказал: «Нет ничего подобного ему». Это означает, что он абсолютно не подобен чему-либо из творений. Находился бы он на небе, то стал бы похож на ангелов. В каждой точке на небе есть ангел, который либо стоит, либо совершает земной поклон, либо совершает поясной поклон. Аллах чист от того, чтобы быть ограниченным местом или временем. Это и есть вероубеждение посланника Аллаха и сподвижников.